Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Red Farm. Мы играем в GTA 5 Online с вашей любимой рубрикой «Прячь и ищи». Да, друзья, всем привет! И сегодня, ребят, позади нас стоят крутые тачки, которые сегодня мы с Red Farm будем прятать на огромной территории вот такой вот тюрьмы. У нас подготовлены самые быстрые автомобили своего класса. Есть крутые суперкары, есть крутые быстрые тачки из Arena War, а также реактивные машины — это Бэтмобиль и Скрамжет. Напомню, после того, как мы спрячем тачки, встречаемся с Red Farm и засекаем ровно 5 минут, чтобы отыскать тачки нашего соперника. Из найденных тачек выбираем только один автомобиль на 3 жестких испытания. Это будет толкучка на воде, гонка без правил и испытания последней выжившей. Я, ребят, желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, если вы кушаете. Не забывайте поддержать это видео своими обалденными лайками, чтобы я знал, насколько многим людям нравится эта обалденная рубрика. И также нажимайте колокольчики, чтобы всегда быть на видосах самыми первыми и не пропускать новых видео. Но мы с Даней погнали прятать тачки. Ну а на сегодня, ребят, мы разделились таким образом. У Red Farm желтые автомобили, у меня сегодня вот такой реактивный скрамжет, машина пила Nissan и вот такой обалденный суперкар X80. Давайте первым делом начнем вот с этой крутой тачки и пойдем ее уже прятать. У меня есть мега гениальная тактика, ребят, можно просто по границе тюрьмы объехать и в тупик приехать. И вот там-то Red Farm вряд ли найдет сегодня мой этот обалденный суперкар. Ну ладно, в принципе, это, мне кажется, самая худшая тачка из всех моих тачек, так что давайте-ка ее спрячем именно в уголке, где-нибудь в тупичке. Аккуратненько только надо припарковаться, ребят, и ее поставить так незаметно, чтобы Red Farm вообще не спалил ее ни капельки. Ну и, ребят, погнали за следующим нашим автомобилем. Ну а на очереди предлагаю спрятать тачку из Arena War, машину пилу, ребят. И смотрите, у нее есть суперспособность, она умеет прыгать, так что это мега жесткая. Сегодня будет тычка для нее. Аккуратно, залетаем на крышу. А давайте прямо на этой крыше. Блин, не получилось. Ладно, ладно, попытка номер 2. Сейчас точно куда-нибудь прицелимся, куда-нибудь прыгнем довольно высоко. Только, ребят, смотрите, я нашел еще одно место. Это довольно жесткая крыша. Давайте прыгнем и боковым рывком сюда залетим. Аккуратненько, главное не перелететь. Все, есть. Смотрите, это здание находится на границе. И давайте ее припаркуем прямо здесь, где-нибудь среди ящиков, среди коробок, чтобы Red Farm вообще сегодня не смог ее увидеть. Все, гениальное место, ребят. Погнали за последним нашим реактивным скрамжетом. А вот уже и ждет, не дождется наша крутая тачка. Кстати, смотрите, можно сегодня прикольно сделать. Смотрите, ребят, я уже так один раз сделал. Просто прыгаем наверх и взлетаем ровно вверх. И куда приземлимся, там сегодня и спрячем эту тачку. Вот так, летим. Да ладно, прикольно будет, если на крышу приземлюсь. Хотя, мне кажется, я просто ровно взлетел и нифига не приземлюсь никуда. Я думаю, аккуратно перепрыгиваем через забор и приземляемся ровно, ровно, вообще, ровно на землю. Нифига не получилось, ребят, короче, давайте идеальное место найдем для этого скрамжета и просто-напросто вот, а, я думал, это крыша. Это капец, это даже не крыша. Я не знаю, куда его можно, либо на балкон можно попробовать запихнуть, получится, либо не получится, либо вообще ни хрена не получается. Вот на эту-то крышу, ребят, точно у меня получится запрыгнуть. И да ладно, я уже думал, я опять сейчас перелечу. Короче, место вроде прикольное, рядом с кактусами, и тачка тоже низкая, ее вообще незаметно. Все, оставляем этот скрамжет тут и погнали встретимся с Red Farm. Посмотрим, сможет ли отыскать он сегодня мои тачки за 5 минут. Ну а теперь вот, мы встретились с Red Farm и подготовили сегодня мотоциклы. Ну а то есть вот такие гоночные скутеры, на которых будем искать друг друга тачки. Смотрите, так как сегодня у нас самые быстрые тачки, то будут самые медленные мопеды. Давай, Дань, садимся по первым байкам, да, и засекаю давай. Я 5 минут, за которые должны отыскать как можно больше тачек. Раз, два, три, погнали! Погнали! Все, давай, я поехал. Так, кстати, проверим давай внимательно, потому что у меня от спавна тачка одна спрятана недалеко, скажу тебе. И вот, не знаю, повнимательнее, найдешь ее, не найдешь. Но я первым делом... Я хочу на крышу поехать. Вот на крышу? Да, на крышу. Да, да. Опачки! О, вот лестница. Так, а я первым делом поеду в кусты и проверю, не прятал ли тебе в кустах тачки тут. Так. Прятал, посмотри. Ни хрена себе! Ребят! Вот это жесткие скутеры! Они у меня по зданиям прыгают, прикинь как. Так, я свалился даже с мотоцикла. Так. На какое здание ты пытаешься? Вот. Ты куда поехал? Я на крышу паркурист. Поехал. Я понял, я понял. Кстати, можно и воспользоваться лайфхаком, ребят. И знаете, как сделать? Можно просто об стенку за shift S, так, опа. Да нет, нифига, серьезно? Нифига, нет, не получилось. Я думал, реально получится. Ладно, я отсюда поеду, тут нифига нету. Может быть, где-то в другом месте что-нибудь найду. Ну-ка, от первого лица на шутере вообще нереально ездить. Ладно, я поехал внутрь тюрьмы, точно. Внутрь тюрьмы. Кстати, я там где-то одну большую тачку спрятал внутри тюрьмы. Так, я понял. Сейчас найду быстренько, сейчас найду. Идеально, я знаю одно место крутое. С кустами внутри тюрьмы есть подсказку. Пусты, так, какую подсказку? Это одна машина, и самая жесткая находится в тюрьме. А, значит, остальные по окраине тюрьмы нашел, я понял. Ну, я нашел, говорю, спрятал. Ну, смотрите, ребят, смотрим внимательно. Может быть, ты сегодня
На крыше тоже прятать начал тачки. Так что давай-ка аккуратно проверим. Так, где ты мог? Ну-ка, я нашел! Смогу. Чего? Я нашел первую машину. Суперкар да! нашел. Вау! В смысле суперкар? Блин! О, суперкар нашел. Я как раз и говорил про внимательность про эту тачку. Я почти на крышу запрыгнул на скутере. Ну-ка, опа! Что такое? Я не могу вообще... О! Слушай, а скутер ты на потерял. Крыше хоть одну машину прятал? Я на крыше а вроде бы ни одну проверять. Тачку не прятал. Не, не помню. Точно ни одну? Не помню, вообще не помню. Короче, ребят, Даня проговорился, что у него две тачки находятся на окраине тюрьмы, так что в тюрьме мне делать нечего. Поехали! Поехали ну, за границу. Там одна так. самая мощная машина есть в тюрьме. Какая? Там поискать. В смысле а мощная? Вот не скажу, а так, вот не скажу. Я понял. Либо тачки из Ренуар, либо это реактивный Бэтмобиль у тебя был. Так, ребят, поехали. Сейчас а я точно. А сколько у нас времени остается? Так, времени у нас прошло 2 минуты, остается... А! Здорово, а ты отсюда не выйдешь. Ку-ку. Давай проверим. Да, ребят, просто затронь генератор. Тебе целый круг придется вокруг тюрьмы делать, чтобы выехать отсюда. Ну да. Так. А где ты, Какахин, спрятал мне тачку? Я не понял. Ты что, нашел, что ли? Ни хрена тут маскировка у тебя! Нормально! А что тебе моя маскировка Я нашел! Так, это получается так, ребят, берем гравипушку, выкидываем. Я суперкар нашел, так же, как и ты. Все, офигенно, в гараже припарковал. Слушай, если бы мы на быстрых мотоциклах ехали, мне кажется, я бы проехал это место и даже не обратил внимания на гараж. Ну, потому что супермаскировка, как говорится. Оп, супермаскировка! Оп, я припарковал свою первую тачку, у меня суперкар найден. И, кстати, ребят... навожу. Кругаля. Так, знаешь, а я почему? Пойду тактикой одну воспользуюсь. Да какой? Потому что мне на суперкаре проще ездить и машины искать, чем на скутере. Ты на тачке ищешь тачки? В смысле? Да. Это что за лайфхаки такие? Это нечестный лайфхак. Нечестные лайфхаки. Так, я понимаю, конечно, лайфхаки, но я понимаю, тут еще кусты есть. И крутая нычка, в которую ты ничего не прятал. Жалко, жалко. Так, ребят, проверим еще вот тут ли Редфор не прятал ли на дороге, я на трассе. Я машину из арены... Да, арена Вар, куда ты Арена Вар! О, да. Ну смотри, я дам подсказку, потому что тачка умеет прыгать, так что она где-то не на земле... В смысле? Не на земле, говоришь? Не что на такое? Земле, вообще ни хрена не на земле. В смысле? Я нашел твою тачку, которая какую? Тоже не на земле. Я нашел арену Варовскую. Так, да где ты ее нашел-то? Ну-ка, я ее на крыше нашел. Я отъехал специально подальше. И а как мне залезть на а? Крышу-то? А, я понял, как. Вот тут лесенка есть специально для меня. Лесенка? Так, специально лесенка такая. Опа, поп-поп-поп. Аккуратно. И главное, допрыгнуть. О, нормально. На крыше, говоришь, да? Да, на крыше. Я твою тачку на крыше нашел. Ну, у меня похожее место, ребят. Так, я не знаю, получится. Так. Ну-ка, увидеть даже ее так. Не, не получается. Короче, тебе надо по всем крышам а прыгать, проверять. Остается? И остается времени у нас с тобою... Меньше одной минуты! Меньше минуты! Я нашел машину из арены Вар! В смысле? А из арены Вар нашел? Ну смотри, да, да, я да, да, поеду. Да. Мне осталось одну тачку найти. И по твоим подсказкам, она должна быть где-то в тюрьме. Ты стопудово! Ты стопудово где-то хитро спрятал. Так, ладно, ребят, это остался Бэтмобиль у Дани. И я он говорил... Я же нашел! В смысле две тачки? Да, я просто по крыше начал прыгать. Нифига ты! Ладно, я тоже сейчас буду по крыше прыгать. Окей, тактика, тактика, подожди. Я понял, Бэтмобиль. Так, ребят, отдаляем камеру. И сейчас надо смотреть внимательно на крыше. Мне кажется, где-то... Где-то на крыше зафигачил тачку. Слушай, подожди. Так, я не знаю, давай пытайся. По лестницам, по не лестницам. Там где-то... Ё-моё! Чё нашёл? Я Бэтмобиль нашёл! Слушай... В смысле? Ты как туда залетел? Я не знаю, так, а я не могу твой скрытый достать. Я не понял. Ой, у нас время выходит. Время осталось 5 секунд. Быстрее! Нет, я его только глубже туда запихнул. Давай, и самое главное то, чтобы спускайся. Нашли эти машины. Спускайся! Ребят, это капец. В смысле? Я его чё взорвал! Ты Бэтмобиль взорвал! Я Бэтмобиль взорвал! Нет! В смысле? Как ты его взорвал? Ребят, это жесть какая-то! Ну, у нас время вышло, Дань! Ты ему... Я не знаю, ребят. Все, это капец. Ну, у тебя получается, ты все тачки меня нашел. Я тоже все тачки нашел. Но взорвал Бэтмобиль, блин! Самая офигенная тачка! Ладно, сейчас мы выкрутимся, ребят, по полной и привезем эту машинку на нашу парковочку. Короче, ребят, смотрите. Нашел вот такой эвакуатор, быстренько прицепил Бэтмобиль и сейчас его довезем, припаркуем. Редфорд, а ты...
А ты где? Давай сюда, приезжай, короче. Да, да, сейчас, да, сейчас будем поеду. Выбирать тачки на испытания, ребят. И я, кстати, уже знаю, на чем сегодня я буду передвигаться. Но сначала давай, Дань, сначала ты выбери тачку, на которой ты будешь сегодня. Давай. Ну, слушай, давай. Я, у тебя три автомобиля. Машин. Да, 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 да. И надо подумать хорошенько. Ну, суперкар, реактивную, либо Nissan. Nissan Scramjet. Nissan Scramjet? Нет, Nissan бери давай, вот, вот. Ладно, ладно, Scramjet реактивный взял. Окей, ребят, я тогда беру сегодня реактивный Бэтмобиль, который мне еще придется чинить, потому что он взорвался от гравипушки моей. Ёкаламане. Ну, ребят, тогда сегодня будет реактивное испытание, это боулинг у нас. Будет гонка без правил, а также испытание последней выжившей. Однозначно ставьте лайкосик, ну а мы с Даней погнали тюнинговать наши тачки. Ну а мы, ребят, уже с Редфором приехали на первое испытание после тюнинга наших тачек. Вот такой красный Бэтмобиль. У меня получился зеленый какой-то Халк, непонятный у Редфора. А, и, Халк, ребят, здоровенный. У нас испытание боулинг. Смотрите, у нас есть три снаряда. Это зелененькие тачки и красненькие тачки. И мы сегодня по очереди будем их запуливать с помощью ускорителя как можно дальше по вот этой взлетной полосе. И чья тачка отлетит дальше, тот сегодня и получит один балл. Ну что, Редфор, давай, ты первый будешь, твои первые попытки. Давай. И посмотрим. Да, я готов. В смысле? Проиграть не готов. Готов давай. Проиграть. Нет, давай, нет, давай. У тебя пуляй. Два ускорителя. Главное, не перепутай кнопки. Давай. И пуляй. Так, сейчас, а давай. Какую кнопку не знаю, на Е, наверное, давай. Опа, о, вау, угадал. Я поехал смотреть. Так, ты и пока гадите. Прицеливайся ко второй тачке. Она едет задом. Отлично. Нет, нифига не отлично. Вау. Ребят, вот это нечестно, это мухлёж! Чисто на колесах доехала. Ладно, ладно, давай вторую тачку запыляем. Может, может быть, она похуже доедет. Три. Так. Вау! Ты чё, я решил? Куда ты её кинул? В космос запульнул. Понимаю. Так, она еще. Она дальше отлетела, но она на крыше. Да! Есть! Вот эта тачка молодец, она умеет летать. Слушай, они почти на одном уровне. Давай, ну и Даня, тебе остается последнюю тачку запульнуть. Давай. Так. Воу-воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Нифига себе вот это скольжение, ребят! Слушай, они все почти на одном уровне. Чисто по центру треугольник такой построил. Ребят! Я думал дальше. Мне кажется, это где-то на четверочку тачки отлетели. Ну а теперь мы меняемся сторонами, и я пошел свои тачки запуливать. Посмотрим, смогу ли я побить твой рекорд. Ну а теперь, ребят, я собрался с силами и должен, вот этот ускоритель должен просто запульнуть эту тачки как можно дальше. Нет. Так, подо... О, смотри, так, вот эти штуки надо убрать, свои фонарики, смотри, стоят тут, будут они еще тормозиться. Ладно, ребят, начнем слева направо, вот так вот, запулять наши тачки, аккуратненько припаркуемся. Давай. Ну что, Даня, первая тачка готова к полету, ты готов засекать ее? Да, давай. Раз, два, три, погнали! Бо, вау! Куда? Стой! Ни хрена себе! Он наш рекорд побьет, походу. Побило! Так. Серьезно? Да! Ребят, чисто с первой попытки я, получается, зарабатываю в этом испытании один балл. Ну, давайте еще две попытки сделаем. Я хочу с разгона запульнуть тачку. И потом еще хочу в космос как ты запульнуть. Так, берем с разгон. И раз, и два, и три. Давай, давай, и пяу! Вау! Где она улетела в космос! Я не знаю, но она летит. Она полетела в ангар. На орбиту, чисто на Луну полетела. О, я думал, еще на башню приземлиться. О, ладно, ребят. Ровно на колеса встала. На колеса? Нормально. А, это худшая попытка, даже хуже моих. В смысле хуже твоих? Не, да. Ладно, давай смотри. Новый мировой рекорд по боулингу, ребят. Прицелимся, аккуратно зажимаем тормоз. И на счет три я запускаю ускорителем тачку. Раз, давай. Два, три. Вау! Сальтуху крутанула! На колеса, куда давай! Она? На колеса! Уу! Куда она отлетела? Так, дальше. Давай, новый рекорд, новый рекорд! И. Не нифига себе! Это вот это мой первый вариант летел до сюда! Да. И не докатилась она! Нифига себе! Ребят, смотрите, чисто почти в два раза дальше Редфора! Получается, у Бэтмобиля ускоритель намного жестче, хотя у тебя два ускорителя, я думал, ты победишь. Но мы переходим к следующему испытанию, чтобы посмотреть, сможешь ли отыграться Редфор. Ну а теперь, ребят, следующее испытание будет гонка без правил, где можем толкаться, пикаться и скидывать друг друга ускорителями. И, кстати, ребят, перед этим я немножечко забыл, ребят, для вас специально. Вот кто любит получать сердечки в комментариях, давайте сделаем так. Придумайте название для моего красного Бэтмобиля. Там реактивное яблоко, реактивный какой-нибудь, не знаю, нос какой-то. Это что такое вообще непонятное? Реактивный джелмобиль, может быть. Короче, ребят, самое оригинальное название обязательно пролайкаю сердечками в комментариях. Так что пишите, не забывайте. Ну а мы с Даней запускаем нашу безумную гонку. 3 секунды до старта, 2 секунды до старта, 1 секунда до старта и погнали! Погнали! Бум! На тебе! Ой, специально! Давай-давай, пока, Редфорд! Оп, давай! Я тебя ускорителем сейчас! Ты не толкнул вообще! Не надо было к ускорителям подъезжать! У меня просто мега-гигантская мощность от ускорителя! Ребят, смотрите, дрифт!
И в дрифте сейчас на ускорителе взлетаю в поворотик. Все, Даня, я походу сегодня приеду первый и заработаю второй балл. А ты где там, зеленая козявка? Вау! Я рядышком уже. Кстати, ребят, давайте сделаем так. Смотрите, не только мне придумайте название в комментариях, а еще и ретро. Вот у меня какая-то... Вот название от меня название, это машина сопля. Вот так, машина сопля. Какой ты лайк? Иди сюда. Пока ты. Я поехал. Можно фуры прокалывать и тебе дорогу спит. Нет, я сам себе хуже сделал только. О, хотя я тебе тоже хуже делаю. Давай, Таська. Давай, Брэдфора, на надо. Блин, не получилось. Ладно, у меня есть запасной вариант, как можно тебя подловить. На надо. Давай. Блин, не получилось. Я хотел фуры скинуть. Так, ребят, напомню, у нас еще будет битва на выживание, так что... Там-то мы и проверим, чья тачка будет пули непробиваемой. Тормози давай! Вы арестованы, Бэтмен. Ты понимаешь, что ты нарвался на Джелмана? Это ты нарвался. Джелмобиль, Джелман тут едет, так что я сейчас супергеройские способности применю и тебя в пакет оберну, понял? Лаймовый форсаж. Какой лаймовый форсаж, Ты тачки раскидал, блин! Так, отлично! Ну мне это не страшно, у меня таран, считай, красный. Красный таран, название прикольное даже. Уйди! Ты что делаешь, меня развернуло? Нет, я тебя догоню, тормози давай. Так, ребят, на таран идем. На таран! Есть! Да, засейвился! Сработало, я тебе сейчас засейвлюсь. Быстрее! Нет! Так! Я понял! Это эпичный гонка была! Меня занесло, я вообще в обратную сторону полетел. Давай, переворачивайся! Я не финишировал! Ты не финишировал? Я финишировал! Сейчас я займу второй балл. Ладно, ребят, Редфорд получает в гонке первое место и зарабатывает один балл. Счет 1-1, ну и погнали к третьему, последнему, самому жесткому испытанию. Ну а мы, ребят, снова вернулись на военную базу. Это у нас арена для испытания битва на выживание, где мы будем сражаться на пулеметах. И кто кого уничтожит, получит один балл и победит в сегодняшнем видосе. Редфорд, ты готов? Да. Раз, два, три, давай, погнали! Все, зеленый против красного. Давай. Ты где? Ты что? Я тебя перепутал с тачкой! Я думал, это ты! Отлично. На ноги! Блин, маскировка! У тебя маскировка есть, так нечестно! Я начал мини-купер расстреливать. Так, иди сюда! Забыл! В смысле? А у тебя еще. Подожди, а я попадаю в тебя хотя бы? Да, я попадаю! Я думал, у тебя тачка слишком низкая. Да, попадаю. Смотри, по колесам, главное! По колесам! Ребят, тактика! Еще тактика, знаете, зажарить нафиг по полной его надо. Не надо. Давай, не иди сюда. Не иди, ускоритель, я тебя зажарю. Надо, иди говорю. Сюда. Да не надо. Ладно. Пока, Редфорд. Бэм. Вау. Кстати, я могу тебя выиграть, если сейчас на территорию тебя выкину. Так что ускорителя можно будет попробовать. Когда я далеко-далеко, где-то очень далеко. Да, блин, это как, знаешь, родео какое-то на быках. Да, красная тряпочка, на нафиг, уйди отсюда. Так, здорово, как дела? Подъезжай, поближе. Сейчас тебя уничтожу по полной. Я тебе не панта. Иди сюда. Опа. Здорово. Так, давай. Расстреливаю. Все, застрял, Рэпер. Так, давай. Ребят, не даем Ханка, ему. Не даем ему. Давай, ты дымишься. Добивай. На нафиг. В смысле, где? Ты чё меня обманываешь? Я не дымлюсь. Это ты дымишься. Опа. Конечно. Откинул. Смотри, свой дым перепутал с моим. Кто-то сейчас взорвется. Зеленая соплюха. Давай. Тихо, его прижал, ребят, смотрите, чтобы он не прыгал. Так, иди сюда. Ты горишь. Нафиг надо. Не подъезжай ко мне. А чё он не взрывается? Я не знаю, кто не взрывается. Бочка не взорвется. Призрачный гонщик едет, ребят, со мной, смотрите. 3, 2, 1, бум! Нет. Не угадал, в смысле, бум! Бум! Бум, сказал! Ай. Давай, взрывай! А чё? Офигеть, у тебя долго тачка горит, ладно, добью тебя так на изи. Нафиг! Просто проехался по тебе. Ну, ребят, Бэтмобиль выдержал больше выстрелов, и, кстати, он немножко уже дымится, походу, так что ты меня мог еще взорвать, Редфорд. Ну, получается, я зарабатываю еще один балл и побеждаю в сегодняшнем видосе со счетом 2-1. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну
что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, а также в комментариях написать название для моего Бэтмобиля, кто хочет получить сердечко в комментах. Ну а с вами сегодня был Джоэл Редфорд. Ссылка на данный будет как всегда в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Ну а я хочу сказать огромное спасибо за просмотр, за лайки, которые вы ставите, за комментарии, которые вы пишете. Всем удачи, ребят, всем покедова! Да, друзья, всем пока!